Привет, народ, меня зовут Blacks Infinity, а это новый трейлер фильма Hobbs & Shaw. Let's go! Выбери дверь. Выбрал. Нет, это моя. Бери другую. Ты издеваешься, что ли? Хотя, знаешь, ты был прав, это твоя дверь. Что, малыш испугался страшных дядек? Ебать, рофл. Бля, пиздец прикола. Бля, чё это за шедевр? Доступ разрешен. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Пиздец, это комедия века реально, бля. Люк Хоббс и Деккард Шоу, за вами должок. Сестренка Шоу похитила у меня кое-что. А, это сестренка Шоу? Вирус. Жесть. Способный уничтожить половину человечества. Верните его. Здесь эпик какой-то. Эпос. Ничего не хочешь мне рассказать? Она моя сестра. Дела семейные. Когда под угрозой судьба целого мира, дело становится моим. Ситуация выходит из-под контроля. Присмотри за сестрой. Мам, я разберусь. Чтобы справиться с задачей, придется работать в команде. Согласен. Пристегнись, толстячок. На счет три. Раз! Да! Видела его рожу? Как же давно я об этом мечтал. Диджей уже крутит пластинки. Пиздец, бля. Пора выходить на танцпол. Итак, на вас охотится целая армия наемников. Во главе с генетически прокачанным суперсолдатом. Да я просто... Черный Супермен. Вы чокнутые. И вправду черный Супермен. Черт, да он реально черный Супермен. Нужно залечь на дно. Где? Блять, что? Мой малыш вернулся. Не хочу тебя расстраивать, мама, но я забираю братьев. Семья выходит на тропу войны. Пиздец, крик. Нам нужны и тачки, и оружие. Ага. Мам, а где наши пушки-то? Я их выбросила. Разумный ход, миссис Хоббс. Мы в полной заднице. Мягко сказано. Вспомним традиции предков. Впечатляет. Пиздец, что за... Бля, просто что? Просто что нахуй? Они чё, ебанулись? Да, только весь фильм в трейлере показали, жаль. Можно не идти уже, в принципе. Ебать до слез просто. А чё, так можно было? Блядь. Это отсылка на Первый Мститель противостояния. Форсаж, Хоббс и Шоу. Просто смотришь трейлер и думаешь, че за пиздец? Вот такой вот. Просто смотришь и думаешь, че за пиздец? Вот так вот. Блять, я не могу, это просто. Так вот. Я посмотрел Хоббс и Шоу. Просто. Бомба. Это бомба, бля. Я не знаю, я, наверное, буду ржать весь фильм. Если, конечно, шутки еще остались, которые они спалили. Но начальная сцена открывающая. Вообще, вот такая вот. Прям очень хорошо по юмору. И с черным Суперменом тоже забавно. Но в конце просто вот эта экшн-сцена, которая сделана в стиле 8-й части Форсажа, где там тоже экшн был... Пиздец, рофель, рофельный экшен такой, когда, блядь, скала просто торпеду рукой нахуй посылал. И главное, это же все делается как бы специально для того, чтобы поржать. Бля, это просто вот охуенно. Просто сидишь и ржешь, вот прям, прям, и эпик, эпик ржака, то есть вот,
Вот, этот фильм создан для эпика и ржаки. То есть, мне «Форсаж 8» вообще понравился. Я на, ну, 7 из 10 такой кинч хороший, прям вот на поржать. Один разок прям поржать и худеть. Суперский кинч, прям вот муа. Один из моих любимых «Форсажей» просто, вот 8. Вот 7, 8 часть, но тупо вот моя любимая часть «Форсаж». Они просто сменили направление, и можно теперь смотреть эти фильмы, а не как раньше. Раньше «Форсаж» таким был, а сейчас... Сейчас просто ахуй. Ну ладно, ребят, мы посмотрели «Хоббс и Шоу», больше сказать, в принципе, нечего. Зачем разбирать трейлер? И так показали весь сюжет. Ждем ради ржаки и эпика. Посмотрим, что будет. Все, всем удачи, пока, берегите себя, пишите в комментариях, что вы думаете.